Президент Турции Раджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в российском Сочи. Лидеры двух стран договорились отменить почти все экономические санкции, введенные Россией в отношении Турции. Эта встреча Путина и Эрдогана уже пятая с лета 2016-го. За это время президенты провели 19 телефонных разговоров, а накануне состоялась телефонная беседа Путина и Трампа. Первая с момента авиаудара США по базе Асада в Сирии. Лидеры США и России разговор назвали конструктивным и высказались за то, чтобы встретиться лично на полях июльского саммита Большой Двадцатки в Гамбурге.